220 объектов незавершенного строительства, включая 148 долгостроев, насчитываются в Гродненской области. Это данные на 1 апреля. На коллегии Комитета госконтроля обсудили основные проблемы в отрасли. Многие из них влияют на финансовое состояние организации. Как следствие, растут цены на материалы и выполнение самих работ на экспорт в условиях санкций. Наиболее частое нарушение, с которым сталкиваются сотрудники государственного контроля – завышение стоимости строительства объектов, финансируемых за счет бюджета. Последняя проверка в Лиде показала, цифра превысила 200 тысяч белорусских рублей. Практически в полном объеме сумму вернули в казну. Выявляются факты некачественного выполнения работ, когда строители только-только съехали с объекта и опять начинают возвращаться, дабы устранить эти последствия. Хочу отметить также невысокие темпы подрядных работ за 4 месяца текущего года в районе 88% всего лишь. Также наблюдаются маленькие темпы по инвестиции в основной капитал, порядка 80%. Хочу отметить только положительный, скажем так, неплохой темп задали по строительству жилья. Здесь наблюдается прирост по отношению к предыдущему периоду, аналогичному за 4 месяца. Будем надеяться, что программа будет выполнена в полном объеме. Эффективность строительных организаций в регионе необходимо повышать. Существующие проблемы напрямую влияют на работу всего комплекса. По итогам рассмотрения вопроса коллегия Комитета госконтроля внесла предложение и дала поручение местным исполнительным органам и организациям исправить ситуацию.